Тема коррекции фигуры в ожидании пляжного сезона является наиболее актуальной для обсуждения. На этот раз ее решили поднять в формате бьюти-вечеринки в творческом пространстве «Третий блок». В качестве спикеров приглашены стилист, специалист по детокс-питанию, а также директор Центра красоты и здоровья Евгении Ивановой «Богиня». Криолиполис – это самая новейшая методика безоперационной липосакции. Вакуум всасывает складку жировую, и вот эти пластины, они очень сильно охлаждаются, и с помощью холода жировая клетка распадается. Естественным путем жировая клетка выводится из организма через лимфосистему. Это 25-40% жира уходит. Многие женщины боятся делать эту процедуру, так как думают, что это больно. Анастасия лежала в течение 40 минут, читала новости в интернете, делала селфи, но при этом она худела. Неприятных ощущений нет. То есть 40 минут воздействия на жировые клетки проходило без ее какого-то физического участия. Стройное тело всегда подразумевает проявление силы воли и упорную, а порой даже изнурительную работу над собой. Однако современные технологии процесс достижения идеальных форм значительно упрощают. И еще одна методика, которую презентовали гостям бьюти-вечеринки – кавитация. Кавитация – это тоже безоперационный метод липосакции. Здесь у нас есть такая насадка кавитации. Это ультразвук. Он разбивает жировые клетки путем ультразвука, также выводится через лимфосистему. Очень эффективно будет, если вы будете сочетать кавитацию и криолиполис. Наверняка многие девушки замечали, когда начинают делать тренировки или правильно питаться, уходит вес отовсюду. Щек, с груди, да, и не уходит с живота, с боков, да, и с каких-то проблемных зон. И этот аппарат позволяет убирать этот жир и при этом не насиловать свой организм. К вопросу обретения и поддержания красивого тела стоит подходить комплексно. Эффект от жиросжигающих процедур стабилизируется и будет радовать вас дольше при грамотном подходе к уходу за кожей и питанию. Чтобы эффект от процедур был намного лучше, нужно придерживаться правильного питания. И самое хорошее, когда мы делаем разгрузочные дни. Я рекомендую раз в неделю это делать. Сейчас девушки активно готовятся к пляжному сезону и хотят, чтобы тело было в порядке. Важно, чтобы кожа тоже выглядела идеально. Использовать крем солнцезащитный нужно для того, чтобы не происходило фотостарение. Это очень важно, потому что в период активной инсоляции кожа очень быстро старится. Помимо в прямом смысле слова физического обретения красивого тела, существуют способы визуальной коррекции силуэта. Этот вопрос в компетенции стилиста. Есть несколько способов коррекции фигуры с помощью одежды. Вот самый мой любимый – это удлиненный жилет, когда длина жилета достигает середины колена, и за счет вот этих двух вертикалей впереди фигура любая, какого бы размера девушка бы ни была, она всегда вытягивается. Потом можно использовать брюки, джинсы или юбки с завышенной талией. Это всегда отлично создает правильные пропорции. У вас верх становится очень хрупким, ноги становятся длинными, соответственно, все объемы, они как бы вытягиваются в длину, и визуально ваша фигура начинает казаться стройнее. Чтобы силуэт всегда вызывал восхищение, предпринимать меры для обретения и поддержания стройности стоит не только в преддверии лета, а ввести в категорию полезных привычек.